16 декабря в Театре «Новая опера» состоится премьера спектакля «Голос женщины». Оперные новеллы, состоящие из оперы Виктора Губаренко «Нежность» по одноименной новелле Анри Барбюса, опера «Антониус Подовеки. Письмо незнакомки» по новелле Стефана Цвейга и опера Микаэла Таравердиева «Ожидание» на стихи Роберта Рождественского. Говорят, что музыка 20 века очень сложна для восприятия, но это не так. Эта музыка создана для театра и ради театра. В ней нет ни единой ноты ради оркестровых красот. Все устремлено на развитие сюжета и не может существовать без драматургии. Эта музыка развязывает руки режиссеру и дает возможность работать над интонацией, действенным пением, а не заниматься борьбой с композитором. Здесь принцип «драматург умирает в композиторе, а композитор умирает в режиссере» не работает. Это наш совместный продукт. Триптих женских историй имеет общее название «Голос женщины». Отношение к женщинам со временем менялось. То нас возвышали в ранг богини, то отбирали право голоса, и вот, наконец, в 20 веке мы интегрировались в политическую, научную, социальную сферу. Женщина-президент не редкость, так же, как и школоукладчица, и даже космонавт. Наш голос сейчас слышен как никогда. Но за внешним успехом еще глубже осели все наши переживания. Женщина страдает, значит, это кому-то нужно. Прежде всего, ей самой. Все зависит от нашей фантазии. Кто-то делает себе антицеллюлитный массаж, корчится от боли и платит за это немаленькие деньги. Ну а кто-то, как героиня оперы «Письмо незнакомки», поступает еще изощреннее, выбирая для себя самые страшные экзекуции, такую как любовь, так еще и безответную, длиною в жизнь. Натуре актрисы, умеет притворяться. Игра – наше любимое состояние и занятие. Так героиня оперы «Нежность» затеивает интерактивную игру сквозь время. К словам женщины относятся очень внимательно. В них мы можем отыскать огромное количество неожиданных значений, но в пустом месте мы можем сотворить такое, что создается впечатление, что мы существуем в нереальном мире, а в мифологическом, созданном нами же, понятном только нам, и спорить с нами бессмысленно, так как женщина всегда права. И понять нас можно, только приняв наши правила игры. Женщины избыточны, в том числе и в любви. Мы требуем от мужчин постоянного накала чувств, а если не получаем этого, то нам вечно чего-то не хватает. Мужчина всегда должен демонстрировать нам подтверждение своей любви. А женщина ведь как огонь, где спички – это чувства. И если нету положительных чувств, мы требуем отрицательных, ну хоть каких-нибудь чувств. А чувственней музыки Микаэла Таравердиева не найти. Oh.
Различные похожи, но во все времена женщина оставалась любящей и жаждущей любви. Но сюжеты, они могут быть любыми, мы ведь большие фантазерки. Ну а проще говоря, душа у женщины легка, но вечно склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету в жизни